Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, и мы, честно говоря, с вами адски давно не играли в Rust. Ну, точнее, вы-то, может быть, играли, а вот я действительно очень-очень давно не заходил в Rust. Я прекрасно знаю, что в Rust появилось снова... Блин, что здесь творится, а? Хорошо попал. В общем, я прекрасно знаю, что в Rust появилась новая, очень серьезная обнова, которая добавила систему компонентов в игру, соответственно... спальный мешок... Соответственно, в Rust пропали полностью уровни. Теперь у нас с самого начала доступно крафт всего. Абсолютно всего у нас доступен крафт. Но нам нужны с вами для крафта хотя бы даже кирки. Или я уж не говорю про всякие ракетницы или автоматы, штурмовые винтовки. Нам нужны дополнительные компоненты, помимо основных ресурсов, таких как порох, металл и прочее. Соответственно, классная серная руда. Соответственно, я решил таки наконец-то вернуться в Rust. Будем играть на официальном серваке с ритами X1. Так, что у нас здесь может быть? Баллон из-под пропана, нормально. С ритами X1 будем играть. Раньше меня как раз и больше всего доставало вот на таких официальных серваках. Это, ну как сказать, ребят, то, что по большому счету все крайне-крайне медленно. Пока ты там раскачаешься до этого гребаного уровня, когда ты сможешь делать нормальные винтовки, тебя уже 30 раз убьют, там, не знаю, 10 раз зарейдят, и это тебе постоянно-постоянно мешало качаться. Сейчас никуда качаться тебе не нужно, тебе нужны исключительно компоненты и ресурсы. Это действительно игру очень сильно упрощает. То есть единственная теперь причина, ради чего можно других людей рейдить, это, ну, по большому счету, сера и, ну, все те же компоненты, опять же, да? Я лично считаю ее одной из самых лучших PvP-игр, которые вообще существуют. Ну, даже лучше каких-нибудь Counter-Strike, потому что Counter-Strike это чисто, как, знаете, как арена. Ты по большому счету просто, блин, ну, заходишь туда тупо пострелять, как в тире. Для кого-то это тир, для кого-то это более серьезное увлечение. Но, по большому счету, все вот эти вот раунды, раунд за раундом, ты катаешь, и ничего толком не происходит. Мне показалось, что я вдали кого-то видел, нет, вроде все в порядке. Ах ты, привет, мой хороший. Привет, мой хороший. Ах, я тебя буду долго забивать камушком, конечно. Очень-очень долго, мне бы хоть чего-нибудь бы выпало с этих бочек, было бы вообще замечательно. Ему хорошо, он сквозь текстуры проходит. Как раньше проходил, так и сейчас проходит. Я такого сделать не могу. Ты только давай никуда не улетай под землю. Потому что я думаю, что мы сможем его догнать и убить. Здесь, правда, кто-то стрелял и взрывал. Ну, да ладно. Чёрт, а. Ну-ка, стой, зараза. Есть, отлично. Давайте все с него быстренько добывать. Животный жир. Еще животный жир, обломки костей. Свининка. Нормально. Все путем. Еще ткань пошла. Вон еще ткань. Мне бы пару грибочков найти, чтобы схомячить, но что-то пока что не попадаются. Еще сера. Сейчас я. Неплохая пещерка, елки-палки, а. Что-нибудь здесь вообще-то есть в этой пещере? Я, честно говоря, я не помню таких пещер. Чувак, куда она ведет? Прикольно. Серная жила. Так, все добыли, отлично. Куда она ведет? И вообще, что здесь есть интересного? Слушайте, еще серная жила, как прикольно, а? Я просто первый раз такое встречаю. Она ведет куда-то в шахту. Интересно, я отсюда смогу выбраться потом или нет? Как будто бы лава уже начинается, да? Прикольно, это реально шахта. Обалдеть. Соответственно, как я говорил, я все-таки считаю, что вот раз это на самом деле одна из лучших PvP игр. Здесь у тебя и пули на самом деле падают, но по большому счету она не просто летит по прямой, да, как во многих других играх, а именно имеют нормальную физику, ну, очень-очень приближенную, так скажем, к реальной. То есть стрельба очень реалистичная, оружие имеет очень неплохой разброс. Так, куда мы сейчас с вами придем, интересно? Куда мы с вами придем? Ты что такое? Вау! Слушайте, я умираю с голоду, и я вообще не понимаю, где я. Использовать лифт. Тихо, стоп! Куда? А, то есть я мог в него что-то загрузить и отправить наверх? Прикольно.
Это кого-то, знаете, можно так в шахту, типа, отправить добывать ресурсы, и он будет наверх поднимать. Прикольно. Что за фигня? Я такого вообще раньше не находил никогда, я не знал, что оно существует. Здесь стоит чей-то, ну, типа, домик, да, нормально. Соответственно, на самом деле, очень приятно, что сделали такую систему. Многим, конечно, она не нравится, я имею в виду систему компонентов. Многим она не понравилась, многие ушли из игры, потому что они, как бы, долгое время качались. Было такое осознание, что, ну, как бы, у новичков нету хорошего оружия, они тебе ничего сделать не могут. Бегали всех бомжами, называли, да, по большому счету. А теперь, получается, ни у кого никаких уровней нету, то есть, главное, это ресурсы. Главное — это умение стрелять. И в чем была проблема игры? В том, что на самом деле... А как я отсюда теперь выберусь? И как же я отсюда теперь выберусь-то? Вот эта система, она очень многих новичков от игры отпугивала. Потому что ты заходишь в игру, тебя убивают 10 раз подряд, и ты игру удаляешь. Потому что ты... Ну как сказать, это реально сложно. Это реально сложно выжить в такой игре. Я чувствую, что я отсюда, ребят, теперь не выберусь. Блин, ну местечко мы там нашли прикольное. Я, честно говоря, не посмотрел, где мы находимся. Да и тут бестолку смотреть, потому что здесь нету нормальной карты, как на серваках сообщества, да? Здесь просто, ну, карту сначала нужно сделать. Я вон вижу людей. Нормально, в меня чем-то уже выстрелили. Плевать. Пускай за мной побегают, они же не знают, что у меня ничего нету. Они не знают, что у меня ничего нет. Ладно, ничего подбирать я не буду, чтобы им ничего не досталось из меня. Хотя я не думаю, что они за мной бегут на самом деле. Можно даже сделать вот так вот раз, и пускай меня ищут. И пускай меня ищут. И вначале нам самое главное — разжиться хоть какими-то ресурсами. Так, слипер лежит. Хоть какими-то ресурсами разжиться. Но он нашел тут полуразвалившуюся построечку. Давай, раз. Вот тут какой-то... Тихо, спокуха. Ящичек лежал, но в нем ничего нету. Итак, тут у нас есть большая печь. У меня совсем немножко есть с собой металла. Так. Я уже забыл, через какую клавишу, блин, перетаскивать-то. Что-нибудь типа того. Зажечь. Совсем немного металла с собой есть, да? Сейчас посмотрим, как все это дело будет переплавляться. Будет ли оно здесь переплавляться? И я, честно говоря, совсем не знаю, для чего оно мне нужно. Нет, но переплавляться-то оно будет. Зачем мне это сейчас нужно, я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну да ладно, давайте с вами быстренько сделаем лук. Сделаем несколько стрел. Отлично. Естественно, это официальный сервак здесь. Все крафтится гораздо дольше. Так, я очень голоден, так что можно сделать парочку бинтов на самом деле. Блин, пожрать нечего, грибов практически не было. Практически не было нигде грибов, только два гриба нашел и все. Выходить страшно немножко. Потому что я там видел ребяток. Сейчас посмотрим, хотя бы лук сделается, хотя бы что-то. Хоть какая-то, блин, защита. Стрелы сделаются, там взрывают, но это далеко. Я думаю, что сюда не придут. Пускай плавится. Вообще приятно, что вот так вот печи стоят, можно попользоваться ими. Это на самом деле очень классно. Иначе бы мы с вами очень долго мучились и пытались бы переплавить. Хотя дымочек видно. Дымочек видно, будет издали. Кто-то кого-то взрывает. Ну, видимо, вот ту базу взрывают. Видимо, взрывают ту базу. Так, деревянная стрела появилась. На одной деревянной стрелы нам не хватит. Нам абсолютно не хватит. Штучек 5 надо хотя бы. Хотя бы штучек 5. Жалко, что воду попить нельзя. Видимо, соленая. Так, у нас кто-то рядом бегает. В дверь, что ли, стучится? Он побежал, а? Глазадый. Ладно, не будем стрелять. Пытался постучать в дверь, ты посмотри, а? Он даже не знает, что здесь есть проход же на самом деле. Ну что, убежал? Вроде убежал, не знаю. Вроде все путем, вроде убежал. На самом деле на серваке сейчас очень много народу, что-то типа 55 человек. Вот. Так что это на самом деле проблема. Металла маловато, на самом деле нужно еще металл. Нужно 250 металла, мне не хватает. Мне не хватает. Я боюсь отсюда дойти, чтобы металл меня не сперли. Да, честно говоря, я его защитить не смогу. Так, ладно, давай забирать все.
Смотрите, у нас 164, и здесь еще тридцатник, да? Мало металла, не хватает. Опять этот дурачок пытается в дверь стучать. Хе-хе. Hey you. Что, совсем дурак, что ли, а? Я решил его не убивать, а он все-таки решил на меня напасть. Ну что ж ты будешь делать с людьми, а? Что ж ты будешь с людьми делать, а? Эх, господи. Только-только решаешь не трогать человека, а он решает просто покончить жизнь самоубийством. Так, что мне здесь не нужно из этого всего? Кости нафиг выкинем. У нас тут уже все переплавится должно быть. Ну, во всяком случае. Ну да, нормально. Стольничек еще поплавился. Давайте валить отсюда. А то слишком много всяких ходит здесь. И пойдем достроим быстренько тот дом, который я там начал делать. Это тоже нафиг. Все, отлично, пойдемте. Только решаешь быть милым и дружелюбным, они сами начинают к тебе лезть, а? Так. Никого, в принципе, не вижу. Вот здесь грибы. Быренько захаваем. Олень, олень. Хорош. В ногу, правда, попал, ну да ладно. Сейчас быстренько все собираем. Что там выпало из меня, не знаю. Что-то падает вовсю. Кожа, да? Зараза, кожа падает. Ладно, кожу собрали. Кожу собрали обратно и идем в дом. Сейчас посмотрим, что там вообще происходит, есть ли там кто-то или нет. Потому что здесь вообще очень активная местность, крайне неприятно, крайне неприятно. Вот такие деревянные двери вначале строить нельзя. Ошибка многих начинающих. И моя тоже была ошибка, я помню, тоже такую же ошибку совершал. Ставил именно такие двери. Лучше немножко подождать, побегать, найти чью-нибудь печку. В ней быстренько поплавить металл, и все будет нормально. И можно уже будет построить что-нибудь более-менее нормальное. Где я его влепил-то? А, вон стоит, вижу. Такой незаметный деревянный. Ну как, что значит незаметный? Конечно, заметный, но просто такая. Будочка, которая может послужить неплохой защитой вначале. Что я сейчас сделал? Нафиг я это сейчас сделал? До каменного по привычке жахнул, представляете? Жахнул до каменного. Так, ставим сюда, сюда. Ставим быстренько все в дерево, в дерево. Я той стороны хоть поставил-то? Да вроде той. Нормально, потолок. Потолок. Есть, теперь быстро ставим. Ставим дверь. Ставим замок. Ставим пин. Оп, нормально, все, он у нас готов. Нам нужно с вами обязательно поставить шкаф, но у нас с вами на шкаф не хватает дерева. Сейчас я все ненужное выложу. Давай, ящичек, крафтите. Быстренько сейчас выложим туда. И вообще еще нужно будет камень подобывать. Сейчас начну заниматься в основном добычей. Буду стараться добывать. А все остальное уже потом. Уже маленько попвпшился, не попало в запись, зараза. Добыл себе дерево с людей, добыл еще немножко металла, камня. Кто там рядом шкерится, не понимаю, это же зверюга какая-то или кто это? Встретился вон из того дома, видите, вот напротив. Дверь уже соседа встретил, он тут выходил, вылазил, я в него стрелу запустил, он обратно закрылся. Но, честно говоря, даже не сразу как бы допер. Ой, это медведь. Япона, мать, это ж мишка. Ты там забаговал, Мишуль? Давайте попытаемся быстренько его забить. И все с него собрать. Нам нужен животный жир. Как можно больше. Есть, отличные медведи завалили. Если бы это у нас... Если бы это у нас с вами было... старое прохождение, старое выживание в Расте, то я был бы очень рад, потому что мы сейчас бы еще и с медведей опыт подняли. А так просто... Просто ресурсы. Слежу за дверью, дверь открылась. Ну и чего он там? Он вышел? Он вышел или как? Пускай торчит там. На ему подарочек. Чтобы ему не скучно было там сидеть. Чтобы ему там не скучно было сидеть. Давай закрываем дверь. Пускай сидит. Он-то думал, что я ушел, а я не ушел. Я не ушел, я здесь рядом, потому что я здесь рядом с тобой поселился, чувак.
Нормально, мы с вами добыли еще кожи, добыли с вами животный жир. Это очень хорошо. Что я хотел взять? Я хотел взять немножко камня, закрафтить еще стрел. Давай, крафтим еще стрел. Сейчас свет зажигать не буду, посреди ночи быстренько здесь все сейчас перелопачу в камень. Давай-ка, улучшить до каменного 300. Улучшить до каменного 300. Я не знаю, хватит или нет. Посмотрим сейчас. Эту стенку тоже туда же. Это тоже туда же. Чуть-чуть не хватает, зараза. А, нет, все. Потолок-то по 150, все правильно. Потолок по 150. И получается, мы с вами только что полностью дом... Да, посмотрим. Вот он, свет. Все, дом закончили. Дом у нас полностью в камне. Дверь металлическая. Ладно, продолжим чуть попозднее. Рядом у нас медведь и игрок. Игрок так что сражался с медведем. Не знаю, кто победил. Но медведь меня спас, потому что... Потому что эта козлина кемперила под моей дверью. Хе-хе-хе, вон трупешник. Вон, смотри, видишь? Это вот... Хозяин этого трупа живет в этом доме. И молодец, Мишка, молодец. Ай, как хорошо все вышло, а? Ну и чего у нас здесь будет происходить? Что у нас с дверью? 200 из 200, да? Давай быстренько соберемся с него. Что там вообще есть? Что там вообще есть? Ничего, в принципе, шибко интересного. Ну так, по мелочи. Есть, отлично, забрали. И подсвалим отсюда. По-тихенькому сваливаем, сваливаем, сваливаем. Мишаня подсобил, нормально. Так, можно одеть это. Одеть это мне не нужно. Это можно сюда, покушаем. И у меня, в принципе, есть все необходимое, чтобы сделать полуавтоматическую винтовку Только мне, естественно, нужно очень много фрагментов металла. Мне нужно очень много фрагментов металла, для этого их нужно добыть и поплавить. В принципе, с собой у меня ничего особо такого нужного нету. Так что даже если я сейчас где-то умру здесь, то это ничего страшного. Давайте пошкеримся немножко, посмотрим, что здесь еще может быть. О, ржавая металлическая труба, это прикольно, кстати. Так, там у нас что? Еще две... Ах ты, черт, как классно, а! Еще две трубы. Сейчас запасемся компонентами, может быть, сможем даже делать какое-нибудь оружие. Но нужны металлофрагменты в большом количестве. И единственный вариант, где их взять, это просто сейчас добыть по-быренькому металл и вот там вот поплавить в том домике. Ну, шикардос, несемся домой. Вроде Мишка все еще здесь рядышком. Это хорошо, значит, здесь никого рядом с домом нету, я думаю. Вроде дом... с домом никого рядом нету. Отлично, берем это и это. Миша. Миша, ты только не шали. Тихо. Тихо, Мишунь. Иди сюда. Есть. Есть, добили, отлично. Вон. Там чел. Пошел голый отсюда нафиг. Все, собираем с Мишки сейчас и идем к себе в дом. Все, вроде никого рядом нету. Закрываемся. Фух. Путем, все отлично. Так, у нас с вами есть жир. Еще здесь жир. Отлично, у нас вообще огромное количество всего. У нас с вами огромное количество всего. У нас с вами пружинки есть. У нас с вами есть трубы. Это вообще супер. Теперь, имея набор для шитья, где он у меня? Вот у меня вот здесь вот это. Здесь у меня лежит набор для шитья плюс кожа. Мы с вами можем сделать нормальную броню. Где она? Вот такую. Килт из дорожных знаков можем сделать. Отлично. И нам нужно с вами, давайте посмотрим, сколько... Я просто уже не помню, на самом деле, сколько на печку самую обычную нужно... топливо низкого качества нужно 50. Замечательно. Сейчас сделаем... Еще 50 топлива низкого качества готово, еще одна печь пошла. Сейчас мы ее поставим, и я все это спокойненько здесь переплавлю. Она никуда не выпирает? Нет, не выпирает, все отлично. Вот это я нифиговенько.
Встретил человека. Вот это я хорошо зашел. Обалдеть, спасибо. Обалдеть, обалдеть просто. Вау, просто вау. Так, что я могу выкинуть? Я могу выкинуть кости и забрать вот это. Все, в принципе, вот это могу выкинуть, вот это забрать, отлично. Отлично, спасибо. Спасибо, пошли обратно. Блин, даже не успел запись включить, просто пульнул в голову и все. Вода у него была, да? Или нет? Вода. Блин, полный карман добра, нужно бегом домой. Там этот все время пасется, мешается собака. То я около его дома пасусь, то он около моего дома пасется. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, справлюсь. Так обернулся этот на меня сейчас. Тихо, ой, что происходит? Бумц. Эй, черт, даже не успел запись включить, обидно, обидно. То есть, смотрите, имея металлические фрагменты, корпус полуавтомата и пружины, мы с вами, по идее, уже можем сделать что? Вот эту полуавтоматическую винтовку создаем, отлично, 3 минуты делается. Блин, как же все-таки медленно, но да ладно, ничего страшного. Это все возвращаем обратно, и нам нужно будет еще переплавить серу, чтобы сделать порох, чтобы, собственно говоря, уже... Ну, ладно, пока что выключим. Это забираем все отсюда. Чтобы можно было спокойненько делать порох и патроны. 100 лет не играл в Rust, ребят, просто жесть, все позабыл абсолютно. Все, ладно, тогда пускай переплавляется, у нас с вами получается есть еще ресурсы, чтобы сделать еще одну винтовку. Ну, если вдруг мы там где-то умрем, неожиданно, у нас все есть. Нужно сделать еще несколько кирок и можно пойти попытаться выдолбить дверь этому засранцу. Посмотреть, что у него внутри дома. Одеваем толстовку с капюшоном. Есть, замечательно, теперь хотя бы как человек выглядим. Так, что там происходит? Давай еще порох сделаем. Это пока пошло сюда, пускай переплавляется. Что у нас здесь? Здесь у нас все в порядке. Все хорошо. Соответственно, сейчас пойдем немножко, наверное, порейдим. Ну что, не знаю, что сейчас получится. Пойдем попробуем. Пойдем попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Интересно, дом или нет? Ох, долго придется ломать. Так, одной кирки хватает, чтобы пробить только на 13, я понял. Одной кирки хватает, чтобы пробить на 13. Я на самом деле никогда не ломал. Я никогда не ломал, поэтому не знаю. Поэтому у меня все вот так вот, по большому счету, впервые, можно сказать. Что у нас с молотом? Ну, блин, честно говоря, фигово получается выносить. Я думал, может быть, молотом будет лучше такую дверь выносить, но нет. Чё ж дверь-то такая крепкая? Здесь огнемет нафиг нужен. Ну что ж, я на самом деле такая ленивая жопа, что мне стало лень долбить все это дело кирками. Ну, я там выдолбил сколько-то, ну, блин, ну, честное слово, очень лень. Сейчас давайте посмотрим, никого ли нет вокруг. И я просто походил, пособирал ресурсы, сделал себе огнеметик. И давайте это все дело сжечь нафиг. Гори давай. Горит? Я даже не знаю. Горит, отлично. Все, пускай горит. Зараза, а? Заколебал меня. Постоянно мешает здесь добывать металл, постоянно лезет. У нас постоянно с ним перестрелки, ну не каждый раз получается записывать, потому что если все время писать, жесткого диска не хватит. Так, надеюсь, что никто не придет. Я уже тут один раз, не на этом серваке, один раз помню, также рейдил с помощью огнемета, и меня, блин, зараза. Пока я жег... Меня спалили, нашли и сразу горим. Давай зажигайся. Эх ты, как же так? Ну-ка. Ну-ка зажигайся. Ну давай. Ну гори. Ты посмотри, а? Ты посмотри, не горит и все тут. Ладно, придется дальше долбить. 69, ладно, 69 выдолблю. Ну что, последние удары, отлично. Последняя кирка и последние удары. Ладно. Все, мы попали внутрь. Не знаю, что там будет. Ну ты даешь. Почему же ты тут-то спишь, мой хороший, а? Зачем ты тут спишь? Спасибо, спасибо. Дальше еще одна дверь стоит, я вижу. Дальше стоит еще одна дверь. Обалдеть. Просто обалдеть, слушайте. А у него есть день ключ? У него есть ключ. У тебя есть ключ.
Видишь, как хорошо, когда у тебя есть рядом ключ. Молодец какой, а? Спасибо за металл, за металл фрагменты, за трубу. Замок тебе нафиг не упал. Здесь у тебя что есть? Уееей. Отлично, серо-металл. Этого добра у меня дофига. Могу открыть? Ох ты, господи, спасибо тебе. Спасибо, мой хороший, спасибо. Давайте-ка мы как-нибудь туда проберемся. Ну-ка, авторизоваться. Авторизоваться, очистить список. Ну-ка, ладно, черт с тобой, что у тебя здесь есть? Вау, вот это отлично. Спасибо за еду, мой хороший, спасибо. То я голодный был. Не, ну реально, реально голодный был, спасибо. Так, это все мы у тебя забираем. Так, блин, как туда попасть? Как он сам туда попадает? Вау. Чувак, ты крут. Чувак, ты крут, это просто супер. Как-то вот... Как-то же он сюда попадает. Ну-ка, открыть. Ну-ка, ох ты, блин. Ох ты, блин, там ни черта нету. Это я могу как-нибудь по-быстренькому выдолбить? Мешает тут. Так, ставим тебе твой же собственный замок. Создать ключ. Отлично, все. Замечательно, закрылись тут. Все хорошо. Что у нас с вами, в принципе, есть ненужного? Еда. Еще еда. Бинты сюда. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Это тоже можно выкинуть, это все ерунда, это у меня там дофига этого. Давайте смотреть, что мы можем взять. Мы можем забрать у него дофига ресурсов. Какой ты хороший фармер, чувак. Как ты хорошо фармишь, блин, обалдеть, чувак. Ты просто крут. Ты просто крут. Понял, совсем рядышком взрывает. Привет. Спишь? Спи. Так. Что? Ох ты, шестеренки. Да ты даешь, чувак, а? Брезент, веревки, ты смотри, сколько... Смотри, сколько у тебя всего было. Обалдеть, обалдеть, а? Так, это сюда. Обалдеть, чувак, ты просто крут. Мне это нужно было, прикинь, я это пытался найти и никак не мог найти. Мне это было очень-очень нужно, спасибо. Бегом обратно. Нам сейчас это поможет с вами. Есть, отлично. Мы у него забрали шестеренки, мы теперь с вами можем... где у меня металл-фрагменты? Металл, металл, металл. Вот, металл-фрагменты, отлично. Отлично, крафт пошел. Мы можем сделать, нам нужна деревянная лестница. Я все понял, секунду, секунду, сейчас все сделаем. Нам для этого нужна веревка. Лук, запасной лук мне нафиг не упал. Так, строительство, лестница, создать. Так, что у нас остается? У нас остается немножко дерева. Есть. А здесь пусто. Здесь у нас камень пошел. Молодец какой. Сколько для меня камня нафармила? Все. Здесь пусто, здесь пусто. Это закрываем. Эта дверь у нас. Все, все нормально. Все путем. То есть, по идее, если я сейчас, смотрите, если я выкидываю вот эти ключи. Если я выкидываю эти ключи, то эту дверь я закрыть не могу. Эту дверь я закрыть не могу. Давайте ключи заберем быстренько обратно. Закрываем эту дверь. И уходим. И все. И ключи сейчас выкинем там. Отлично. Вот это было суперски. Вот это мы с вами порейдили, ребят. Так, что я сейчас могу с вами сделать? У нас с вами есть лестница. Я хотел, собственно говоря, его шестеренки. Где они? Куда я их положил? Я их положил сюда. При помощи его шестеренок я хотел сделать... Секунду. Помимо шестеренок, нам еще нужно будет взять металлофрагменты. Мы с вами делаем... Ага, люк с лестницей, все правильно. 300 металлофрагментов, лестница, шестеренки. И нам еще с вами понадобится, естественно, кодовый замок. Крафт тоже. Теперь. Что-то мне нужно убрать, по-любому. По любасику мне что-то нужно брать. Это сюда уберется? Нет, не уберется. Сюда уберется? Да черт тебя подери, куда бы это убрать-то? Это мы сделали. Здесь у меня все улучшено в камень. Соответственно, мы можем поставить лестницу, только не так. А вот, вот. Так вот. Черт. Ставься. Есть, поставили.
Сейчас у нас крафтится кодовый замочек. Есть, быстренько его ставим вот сюда. Обязательно задаем пин. Брым, есть, поставили. Все путем. Продолжаем. Не, ну я понимаю, что меня тоже могут зарейдить спокойно. Просто играем, просто пытаемся делать вид, что нас как бы не зарейдят. Так что все в порядке. У нас остается всего 103. 103 металла. Блин, это плохо. А чё, у меня больше нету, что ли? Как так-то? Как так-то? Ну давайте съедим. И это положим сюда. Так, зажигаем, пускай здесь все плавится у нас. Нам нужны еще металлофрагменты. Здесь у нас что? У нас то же самое. Зажигаем, пускай плавится. Так, и больше он меня доставать не будет, больше он меня тут бегать не будет, это тоже очень хорошо. Так, секундочку, нам с вами нужно обязательно сразу переключиться на стены. Мы пойдем наверх. Поднимаемся наверх. И ставим стены. Ну-ка, давай. Так. И вот так. И сразу все переделываем в камень. Давайте быстренько застраиваем. Черт. Есть, отлично. Все это мы застроили, теперь быстро ставим потолок. Ну, написано пол, какая разница, все равно потолок. Есть, и его тоже в камень. Шикарно. И осталось только внизу поставить здесь дверь. А потом выдолблю эту стену. Ну, чем придумаю. И поставлю там дверной проем. И, соответственно, поставлю уже дверь. Ждем, пока у нас создастся здесь металлофрагменты. И я буду достраивать. А на этом давайте этот выпуск завершать. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что он вам понравился. Выпуск был довольно-таки такой большой. Я его специально сделал очень большим. Следующие выпуски такими большими не будут. Фуф, если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. В общем, на все про все у меня ушло... Сейчас скажу ровно сколько. У меня ушло 5 часов. 5 часов, но я не все 5 часов играл, скажу честно, не все. Так что получается, наверное, ушло часа 3,5. Вот на вот это все развитие. Фуф. И у нас получился каменный дом, у нас получился рейд, у нас получилось много всего, ребят. И это вот все из-за того, что есть компоненты, да? Если бы компонентов не было, нам бы всего этого сделать просто-напросто не удалось бы. А сейчас я просто буду делать... мы уже можем сделать дверь. Потом наберем еще на кодовый замочек. Крафт кодового замка стоит еще 100 металлофрагментов. У нас есть 27. И установим там. Потом я буду изнутри просто вот эту стенку выдалбливать, потому что у меня другого варианта нету. Мне придется ее вот таким макаром изнутри долбать. Придется сделать много-много кирок и ее выломать, потому что здесь у меня, как видите, очень-очень тесно. Но это будет чуть-чуть попозднее. Наверное, уже даже не сегодня. Надеюсь, что сегодня меня здесь не зарейдит, что все будет хорошо. Это все, друзья. Удачи, пока.